Я хочу обратиться ко всем русским, которые еще пока что не зашкварились. Я хочу, чтобы вы просто включили свои мозги, солдатики, и подумали, куда вы идете. В многомиллионный Киев, из которого по вас будут ебашить с каждого окна. Вы целый месяц мерзли в своем ебучем Ростове для того, чтобы приехать сюда и сдохнуть в Киеве. Я вам скажу так, вы еще даже не начинали дохнуть. Вы думали, что украинцы это хохлы, которые будут встречать вас цветами, они встречают вас джавелинами. Вы думали, что у нас президент КВНщик и клоун, а оказалось, что он, блядь, железный джокер, который ебашит вас байрактарами. И вы знаете, что это нихуя не пиздеж, потому что вы все это видели своими собственными глазами. Вы молодые пацаны, я это прекрасно знаю, и вы все хотите жить, у вас не хватает патронов, у вас не хватает топлива. Вы не знаете, куда вы едете, вы не знаете местности, а мы здесь родились, это наша земля.